Боба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Также вступай в Дискорд-сервер, ссылочка будет в описании. В общем, ребятки, у нас здесь, обновление, ты сам знаешь, что вышло. Кстати, интересно, а в бойцах появилась ли наша дорогая... Да, она здесь, скоро появится новая... Ребят, это надо заценить, это надо посмотреть, появится в 11 сезоне. Блин, посмотри, это блоха. Ева считает, что каждый может принести пользу, став обедом для ее малышей. И давай заценим ее, давай заценим, мне интересно. Вход в Парк Стар. Так, урон, в принципе, у нее, кстати, неплохой. И смотри, смотрим ульту, дружище. Так, она кидает вот эту вот штучку. Это, знаешь, как кокон из чужих. И сейчас, боже, появились, вот такие вот штуки. Притом, кстати, они нехило так, смотри, отравляют. Но проблема в том, что кокон надо, конечно, куда-нибудь вот... Нет, сюда не надо. Сюда не надо ни в коем случае. Хотя, кстати, интересно будет, что если уничтожат. Вот, допустим, тут кокон есть. Сможешь ты его быстренько уничтожить, братишка? Но он не успел, конечно. А самое прикольное, что она... через такие преграды она не может летать, но она вроде как может там через речку спокойно перелетать. В общем, низко летает, на самом деле. Ей бы повыше, чтобы через преграды вот эти вот бы... Но это круто. Блин, мне нравится, правда. Разрушитель. Так, и мы с тобой сегодня, дружище. Сегодня у нас отличный мега... вот это пойдет для игрока. У нас за 99 рублей такие акции. Хорошо, ребят, вот. Мега ящик, все дела, ребят. Возможность... Что? Ни хрена! Пойдет! Фига себе! Сразу боец у меня тут! Я не ожидал просто. А прикинь, еще мы кого-нибудь выбьем сейчас. Она у нас один только остается, по-моему, да? Я офигеваю, ребята. Я просто офигеваю. Вот это круто. Так, что этот мегаящик? Я думаю... Не-не-не, давай их лучше напоследок. 20 часов тут я даже не прошел Brawl Pass, но ничего. Дружище, надо, конечно же, будет заценить, я думаю, Грома. Посмотри на него. Ля. Тут у нас, кстати, зачистка, проклятая ветвь появилась. Ой, блин, интересно посмотреть. Или, может, на Грома мы чуть попозже. Давай, наверное, следующую серию запилим. Вот, я думаю, так лучше сделать. А пока что мы с тобой сходим на зачисточку. И я знаю, кем, чтобы, точно, нормально. Так, Спайк, вот он, наш дорогой. Офигеть, прикинь, просто бравлер выпал, и все, у меня остается вот только один. Я в шоке, а притом мы вообще не донатили. Это хорошо, определенно. Давай. Идем дальше, дружище. И здесь... Ага, 8 надо победить. Да, я, в принципе, уже видел это. Я даже поиграл немножко. Но этот режим клевый. Так, в общем, ребят, давайте. Так, наши братишки какие-то такие. Ребят, ну-ка, собрались. Опа, первое очко! Замечательно. Когда очко есть первое. Но не последнее. Так, все отлично. Дружище, красавчик. Осталось 4 очка. Слушай, нифига мы их там дерем, а? Посмотри просто на это. Так, тихо. Ну, братишки, видно, что у них даже... Боже ты мой, какой у них уровень. Ёкарный бабай. Мы тут наслаждаемся победой, а по факту, посмотри, у них там, блин, уровень-то. Я тут капец накачанный гриб, как говорится, как в Clash Royale, понимаешь? Перекачанный просто, накачанный, по сравнению с бедными братишками. Одно очко осталось, ребят. Ну вот этого давай забираем. Да вот этого вот все. Пойдет, дружище. Вот это я понимаю. Отлично. Победа есть. Мне, конечно, интересен Гром. Вот честно скажу. Но это...
Это чуть попозже будет, вот правда. Это будет чуть попозже. Давай, кстати, во, попросить принять, может это... Блин, это круто, ребята. Давай, заходим дальше, братишечка. Вперед. Контент пошел. Вот главное пуш, понимаешь? Надо бы пуша побольше, понимаешь? Боже, 30к уже давно плачет. Когда там будет прокачано это все? Так, пошло, дружище, пошло. Ну это, видишь, это такие противники. Нам бы реально покруче бы. Чтоб жопа горела, понимаешь? Блин, дружище, ну как ты так? Ладно, ладно, хорошо. Ну тут кактус у меня. Блин, это хорошо, ребят, это очень хорошо. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. О! Подхилились. Замечательно. Ну, тик, конечно, напрягает, напрягает, правда. Осталось 4 очка. Так. Бедный тик, просто накинулись на него. Ребята, молодцы просто, молодцы. Я не понимаю, это они сейчас в проигрыше будут. Одно осталось, ребят. И, так сказать, наш дорогой Пока отлетает. Слушай, этот режим крутой, это крутой. Давай, сейчас мы еще получим. О, братишки, нас приняли. Все, теперь пошло добро. Сейчас будет. Сейчас будет. Ребятки, будет, будет, будет. Так, хорошо. Сюда вот, давай, давай, дружище. Ай-яй-яй, больно. Блин, проблема в том, что он там подхиливается уже. Ах ты ж, блин, тара. Так, что у нас? Что у нас там? Блин. Плохо. Плоховастенько, ребята, плоховастенько. Ни хрена себе вы... Ребятки. Тихо. Так, можем вот туда накидывать. Мы пока, так сказать, завоевали это местечко. Поэтому давай-ка мы здесь-то и будем. Ни хрена! Бул. Да бул, блин, что творит просто? Смотри, что творит бул. Блин, собрали, смотри-ка. Так, все, давайте вы, ребята, лучше в атаку, как говорится. Ой, накинулись! Охренеть просто, ты... Ты это нафиг видел просто, что он творил? Боже мой, офигеть. Так, на самом деле, нифига не здорово. Надо бы ребят раскатывать. Братишек-то. Ух, ну... Так-то против 700-х. Вперед, ребята. Чисто рандомчики такие, но... Let's go. Let's go, ребята. Вот они. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Ну что это вообще за фейспалм был? Ребята, тихо-тихо-тихо-тихо. Я обещаю, сейчас все будет нормально. Так, вроде противники-то легкие на самом деле. Так, ай-яй.
Блин, он меня выбрал просто чисто вот как лоха. Понимаешь? А мы с тобой не лохи! Давай, давай, аккуратно, аккуратно, брат. А, улепетывает. А, как тебе? Как тебе, братишка? Ну, хотя бы так. Ладно, ребят. Тихо, 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 тихо. Так сказать, ну, пытаемся что-то контролировать, но на самом деле ситуэйшн... О, пошло добро. Ну, хоть плачут, ну, хоть плачут, это хорошо. Ребята, плачьте, плачьте. Так, спокойно. Ух ты, блин, набрал там, смотри, набрал и убегает. Боже, это что это вообще за адское месиво? Ну реально. Ребят, вы только посмотрите на это. Так, ну ладно, пойдет. Ух, ну это тяжело, ты видишь? Надо играть, играть, играть. В общем, братишка, спасибо тебе огромное за просмотр. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогой браток. Не забудь в Дискорд. Присоединяйся.